Пошел. Интересно, можно телепортироваться? Давайте проверим. Да дурак, что ли? Прыгает прям в гон. Ого, он бегает. Че он такой быстрый? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Пика, Растишка, Угабуга, Куёко, Нойнейм, Васаби, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Ребята, сегодня вышли новые NPC на Хуги, на Хаги-Ваги. И сегодня будем от них убегать и посмотрим, что они могут. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, разбегайтесь. Через 5 секунд я включаю ему искусственный интеллект. Кстати, ребята, он прыгает и очень быстро может перемещаться, даже как будто телепортироваться. Ну давайте посмотрим. Все, я включил. Ой-ой-ой-ой, что он делает? Ого, он хочет прыгнуть наверх. Кстати, он может прыгать. Кстати, тот не мог так прыгать. Ой, ты чё? А чего я, если другие пацаны там были? Где честность? Где справедливость? Дим, ты первый умрёт, тут лох. Кто первый умрёт, тут лох. Ну, я уже умер, поэтому правило было после моей смерти. Поэтому не считается. А, вы сразу наверх запрыгнули. Хорошо. Опа, еще одного сожрал. Все. Пингвинус есть, контакт. Еще! Видели анимацию? Он прям жестко ест. Кстати, есть новые NPC-шки здесь. Сейчас мы будем всех ставить и посмотрим, что они могут. Если сейчас будет очень мало он мочить, я буду еще добавлять. Так, кто знает эту карту, ребята, напишите плюсик в чат или в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord и лайки ставьте. И кто хочет с нами записывать, ссылочка на Discord в описании. Все мы сейчас сидим в Дискорде. Тут Хаги-Ваги застрял. Все, я еще ставлю. Теперь я ставлю Вуди. Кошмарный Вуди. Вообще сильный. Кстати, у него фонарь красный светится. Так. Ой. Он забрал, пацану. Как он через полы это сделал? Да что за читеры NPC? Ну, они мне нравятся. Так, пацаны, инфу. Где они? Вуди вот здесь. А где Хаги-Ваги? Блин, я его боюсь, застрял. Он прыгает. Кстати, а он может вас убить через полы. Будьте внимательны. Так, буду сейчас еще добавлять. Если никто умирать не будет, буду добавлять. А нет, все-таки кто-то умирает. Дима, он нам в стенке застрял, Хаги-Ваги. Опа, и этот застрял. Хага-Вага. Эй, да зачем его выпустил? Так а что, ну че? Так, я сейчас еще добавлю. Я, короче, запрыгиваю все-таки. Так, Растишка умер. А мы постоим сверху, понаблюдаем, как вы, пацаны, убираете. Да, Вуди этот вообще стрёмный. Он телепортируется. Обратите внимание, он может тпхаться. Это прям вообще мощно. И музычку страшную. Эй! Я тебе за такое скину. На, ешь его. Зараза! Кто это сделал? Я не буду с вами так дружить. Блин. Головой боком ударил. Вот это не угадывает. Трупы валяются. Почему ты не улетел от поджопника? Блин, этот поджопник удалю когда-то. Ну не буду удалять, на самом деле, мне нравится. Мы ж любим, ребята, веселье и угар. Это же очень круто. Мои ролики очень поднимают настроение, поэтому каждый лайк это плюс один к настроению нашему и вашему. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы на этой карте запишем с другими NPC, даже может быть и с Абункой. Спика, пытаемся всех скинуть. Добавляю... Согласен. Элмо. Пошел. Интересно, можно телепортироваться? Давайте проверим. Да дурак, что ли? Прыгает прям в гон. Ого, он бегает. Че он такой быстрый? О, я заспавнился наверху. Это очень круто. А пацаны умирают. Прикольно. О, Хаги-Ваги выпустили. Мужики, вы чего застряли? О, втроем. Кто быстрее? Интересно, кто из них догадается выпрыгнуть? Подойдите к ним кто-нибудь, не бойтесь. Они вас не убьют. Он так прикольно ржет. А, я упал. Он телепортируется. Зараза ты такой, а? Получитер. И Вуди там, они вообще жесткие. Так, я наверх запрыгиваю. Я все-таки хочу наверху повыживать. А, пацаны, боитесь, да? Да. Я тоже. Не надо, Дим, мы тебя скинем просто. Чего вы мне скинете? Это я сейчас возьму физган и буду его скидывать. Кто попытается меня скинуть. Как ты это сделал? Чем ты это сделал?
А чё я так отлетаю? Что это за оружие такое? Дробовик из Left 4 Dead. Направленный помощь может толкать. Стоять. Сейчас я тебе устрою. Опа, у него голова застряла. Прикольно, смотрите, ребята. Прикольно. Ну ничего. Их. О, я прям по голове топчусь у него. И ничего не может сделать. Так, ты меня не скидывай. Пацаны, они позастревали. Надо вниз спрыгивать. Давайте вниз спрыгнем, посмотрим. Эй, ву... Да как он это сделал? И дальше сидит в стене. Так, я его выпущу. Да смотри! Они, короче, обманывают. Они как будто застряют, но когда вы к ним подходите, они не застряют. Так, Вуди бежит, жесткий вообще мужик. Ну что, давай, Вуди. Так, где у нас там дробочист? Стоять! Тебя в жертву отдадим. Япон. Живой? Блин, ну зачем вы это делаете? А, вот так значит? Хорошо, мужики. Хорошо. Так, где ты? Опа, стоять! Да вы заразы! Я дать! На тебе за это. Нет, ты не выжил, после такого никто не выжил. Да ну как он это делает через стену? Так, пошел. Бля, они так прикольно бегают в этой карте. Блин, я не буду к вам запрыгивать, вы обманщики. Вы мне скидываете вниз постоянно. Так, я сейчас увижу, кто бегает с дробовиком и буду скидывать принудительно. Вот, стоять! Да ты говно, блин! Да это нечестно! Зачем так делать? Опа, стоять, это ты был. Да кто меня скидывает? Жопы вы! Ну блин! Ну пацаны! Ну я же к вам по-доброму наполовину. Так, я сейчас буду смотреть. Я сейчас кто скидывает, я посажу его в джайл внизу, и его будут гатить, а вы будете угорать с этого. Я теперь буду смотреть со спины, кто мне скидывает. Так, ты не скидываешь. Хорошо. Никто не будет скидывать после твоих слов. Я знаю это, но вы все равно будете мне скидывать. Вы ж хитрые. Эй, не долетел. Эй. Да ну блин, ты смотри. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас поставлю 5 штук хаги-ваги. Как вы думаете, будет прикольно? Готовьтесь. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это жесть. Эй, я увидел. Да, я сам упал. Эй, я боюсь внизу быть. Эй, а что тут челик лежит? На, ешь. Нет, за мной не надо, Блин, они телепортируются. Надо, короче, будет большую карту. Если ролик наберет 1000 лайков, мы поставим карту лабиринт. Смотри, с хаги-ваги. Хаги-ваги застрял на потолке. А он вроде застрял, но когда ты к нему подойдешь, он тебя убьет. Нет, я его глажу. А гладишь? На тебе. Блин, классно. Ой, Дим, привет. Так. Да идите вы от меня, вы обманщики, я вам верю, по-честному. Промахнулся. Да. Так. Ах ты, говно, стоять! Есть, поймал. Я тебя вижу, не переживай. Да вы задрали! Так, стоять, да, ешь его. Есть. Скормил. Главное, чтобы они были сыты. Так, я запомнил. Скин Рики. Блин, скин Рики. Я буду сейчас скидывать тебя принципиально. Ты обманщик, я тебе верю. Ты же сказал, что не будешь. Так. А чем вы так бьете, что я отлетаю? Это дробовиком вручную бить? Не только дробовик, это все оружие лафудет. А, отвали! Ай, зараза! Так, смотрим, где Рик бегает у нас. Сейчас я его подловлю и скормлю. Так, смотрим, где у нас Дима. Не надо им Диму, не надо. Надо Рика. Вот он. Есть, стоять! Я тебя сейчас буду скармливать. Так, где у нас хаги-ваги? Дай! Ха-ха-ха, пингвинус, есть! Вот стоять! Я буду теперь тебя прийти. Так, пацаны, я буду сейчас всех скармливать. Помогите, на, пожалуйста. Ешь его. Ха-ха-ха, прикольно, хорош. У меня сейчас жизни кончатся. Вы что делаете? Да, стоять. Ты тоже, да. Да блин, я сам попал.
нравится. Ну блин, ну пацаны. О, знаете, что я сейчас сделаю? Давайте я буду сейчас играть за Хаги-Ваги. Как вы думаете, это будет прикольно, ребятушки? Да. Сейчас я в него вселюсь. Ну что? Побежали. Вы готовы? Ого, я прыгаю. Неплохо, неплохо. Ну, я высоко могу прыгать? Воу, воу. А ну, поляна, могу лазить? Вижу, вижу жертву. Блин. Не-не-не, Дим, ты чего? Ты чего? Не-не-не. Да я тебе дам хлеба. Не надо. Мне хлеб не нужен. Мне нужен сыр. Во, я понял, что они застряют. Я понял. Блин, я понял, что они... Там, короче, когда бульбашки эти, они, короче, на них попадают и застреют из-за этого, поэтому лучше там не проходить. Вот этот скилл. Так-так-так, я не могу залезть наверх. О, быстро-быстро-быстро. Я тут в трупах Амонгуса застрял. Да вот, смотрите. Ах, зараза. Это прикольно управляется. Ну, слышь ты, иди сюда. Мейва. О, спасибо за жизнь. О, я выселился. Блин, да им сложно управлять. Давайте еще раз попробую. Очень сложный персонаж, очень сложный. Так, привет, а я пока мисс иду, никого не трогаю. Иду я себе, привет. Гуляю. Не бойтесь, подходите ко мне. Да. Так прикольно управляется. Да. На, еще одного. Отлично, ребята, я теперь понимаю, как им управлять. Shift не надо лишний раз нажимать. Когда нажимаете Shift, он как-то странно себя ведет. Чего я? Я на трупе прыгнул Амогуса. Это было прикольно. А может какой-то баг на доске, но не умираю, он не пропадает. О, ну что ты пугаешь? Это ты, иди сюда. Дим, вот. Отлично, отлично, ребята, прикольно. Кстати, вот, все, я немножко понял, как им управлять. А я бегу по кругу. Дима, можешь по тебе стрелять? Нет, конечно. Ах, вы должны просто выживать. Вы и так мне уже и поиздевались надо мной. Я хочу еще. А чё он не допрыгивает так высоко? Давай, я могу тпхаться? Давайте проверим, тпхаться могу? Тпхаться не могу. Ой-ой-ой. Бежал, побежал. Да вот. А, бульбашки не буду, на бульбашки не буду. Все, пацаны, я наверху. Нет. Я пошутил, я пошутил. Плохие шутки. Понял, как быстро. Аня, страшно, ты на кого очень. Тут батон крышишь? Иди сюда. Не убежишь. Не убежишь. Ой. Блин, классно за него играть. Ну, идите сюда. Кто не сыт? А если я так буду бежать и вверх нажму? Воу, высоковато прыгаю, но не допрыгиваю чуть-чуть. А, смотри, это, ты можешь залезть на вот этот балкончик и через него на крышу. Дима, бе-бе-бе. Дима, я свой. Дима, я свой. На, на. Куёка, ты не свой. Кого оружие в руках, это уже не свой. На тебе еще раз за те разы. Дима, я тебе коктейль Молотова принес. Хочешь? Я тебя буду пилить. О, давай, иди, пили. Нет! А, пригвождатель не работает, зря такой используете. Вы меня пригвоздили. А теперь я буду... Воу, смотрите, я бог. Пригвоздили все, одну-ки. Я, короче, знаете, что выселись и включу ему искусственный интеллект. Предлагай по нему пострелять. Давай, постреляй. Я его выпущу сейчас. На, иди. Эй! Эй, вы что его распяли? На тебе за это. Блин, прикольно. Ой, пошел. Пацаны не расслаблялись. Невкусный. Дура, я ничего. Все, короче, я понял. Я сейчас делаю, ребята, вакханалию. Типа, ты чего? Я не буду их много ставить. Вот это, ребята, класс. А вот теперь. Мы посмотрим. На что вы способны? А, они за мной. Вот это, я штук 10, наверное, 15 поставил. Да, быстрее! Блин, да как от них убежать? Ой, я тут буду стоять. Да, ну смотри. Давай все лоб. Он у меня голову откусил. Вы видели анимацию, головы нету? Это вспомнится нереально, Дима, беспредел. Ну все, чё? А, ну да. Это нереально. У меня голову откусывает. Наверх. Дим, я сбежал. Наверх. Отлично, я наверху. Так.
Давайте Дима сталкивать. Не надо мне сталкивать. А! Столкнем. Бежим за Димой, где Дима? Давай, 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 давай. Да я пошутил. Нет, ты идешь вниз. Все, кто туда попадает, они умирают просто. Да, тебе, будешь оружие меньше выдавать. Нет, нет, я тебе не дам. Ах ты, ах ты, иди тоже туда. Слышь, ты. И ты тоже, на. У нас сегодня битва. Так, надо их повыпускать, чтобы они позастревали. Оружие мы не договаривались использовать. Это же наполовину нечестно. Выкидывать. А наполовину честно, Дим, видишь? Да как это? Вы... хорошо, хорошо. Ого, там карта дрожится. Чё карта дрожит-то? Чё там происходит? Я отдыхаю немножко, я очень устал. Да. Давайте выпустим его. Они мёртвые? Вы чё, их убиваете? Чё тут столько Among Us? Так, пошел отсюда. Что на тебе. Наши друг друга убивают, что делать? На. Ого! Ай, нет, нет, нет! Отлично, он застрял. Кстати, очень странное поведение у этих телепиздриков. Тварь! Три хп! Пацаны, ну не надо убивать друг друга, дайте я вас поубиваю. Не надо. Дима, не понял. Эй, ты! Прикольно. Да не надо меня убивать, я вас буду скидывать просто всех. Я без оружия буду. Стреляй по Диме, стреляй по во... Нет, я тебе не... На. У меня хлеб в ларьке. Какой хлеб в ларьке? А, хорошо, хорошо. Ого, то что творится. А, вот так вы, значит, со мной. Да разгар, кстати, а чё трупы не исчезают? Это очень странно. Чё амогусы валяются? Чё куча амогусов? Смотрите, сколько их по карте. Так, пацаны, я сейчас еще буду их ставить. Вы готовы? Нет. Дайте вам за это. Эй, бомба просрала. Меня бомба убила. Бомба можно кинуть. Вот вам всем за то, что вы меня убивали. А надо было, кстати, себе бессмертие включить и выжить. Я вообще не ждал, что сегодня вы все против меня сговоритесь. Хорошо, хорошо, я в следующей серии вам все припомню. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. До новых встреч, настроения и всем пока. Как всегда, мы все взорвали. Что все умерли? Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Ампер, Думгай, Гусенек, Угар. Угар, угабуба, васаби, Тимончик, пацаны, скажите веселые слова. Всем привет, здравствуйте. Всем привет, ребят. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Убегаем от аниматроников». Погнали. Сегодня у нас аниматроник играет настоящий игрок, поэтому он покажет, как надо мочить. И кто проигрывает, тоже берет аниматроников, а последний выживший, как всегда, у нас сможет брать любое оружие. Ты меня не убьешь, потому что я профессиональный игрок, лучше беги за другими. Спорим. Все, я тебя сейчас убью. Нет. Я буду просто бегать по кругу так бесконечно. Лучше заходи в помещение и там мочи, пацанов. Это будет больше шансов тебя кого-то убить. И кто первый умрет, тот лох. То пацаны старались и не поддавались. А я пока мисс помочу стекла. Эй, ты что сломаешь? Умирает, это кто? Все, Тимончик. Кто у нас? Лох. Правильно, лох. Красавчик. Красавчик лох. Так, ну что, теперь у нас два аниматроника. Я думаю, что последний моей руку придется не сладко. Мне кажется, я даже сразу подготовлю, знаете, себе какое оружие? Пригвождатель. Только это оружие меня спасет. И знаешь, почему ты очень часто умирал? Потому что ты слишком самоуверен. Да-да-да, нельзя быть слишком самоуверенным.
О, убийца пошел в стекла. Мы налево, бежим, бежим. Так. Еще никто не умирает, удивительно. А ты их видишь? Пацаны, инфу, инфу. Вот, я вижу аниматроника. Я вижу, шкерьтесь. Не-не-не-не-не, я так не дамся тебе живым, только мертвым. Да. А, согласен. Ну бегай, бегай, бегай. Я буду вот так просто скакать и все. Мужики, обходите его. А что, мужики, ты один всего, вас двое, вас не так уж-то и много. Нас трое уже. А, вас уже трое? Да, нифига себе, вы мочите. Лучше идите в пиццерию, там пацаны сидят, зашкерились. Господи, отстанет меня крыса. Так, это не крыса, наверное, а мыша. Мыша. Ну там же написано Red, это значит крыса. Так, знаете, что мне надо сделать? Мне надо как-то попасть на крышу и на крыше шкериться. Мне кажется, это хорошая тактика будет, ребята. Сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. Совершенно верно. Где он? Где он? Ты его видишь? Я его слышу. Тут убанки от двери. Крыса, отстань. Ой-ой-ой, зря мы сюда забежали, наверное. Ну, конечно. Лучше выходить со здания. Блин, я зашел туда, сразу как-то страшно стало. Есть! Гусанек слился. А то сколько уже игроков? 4? Там они... Меня свой же слил. А, понял, понял. Значит, вот все-таки трое. Нет, вас четверо. Вас пятеро. Что? Эй, вы чё, мужики, гоните? Вы чего? Не надо так делать. Дим, хочешь умереть? Не, я не дамся тебе живым. Я вот так просто буду бегать по кругу. Ой, и я всё. Своего убил. Не-не-не-не-не-не, так это не работает. Я буду вот так бегать. Буду прыгать и прыгать бесконечно. Дима, уберите Диму. Не-не-не-не-не-не, я не хочу умирать, пацаны. Ого, во сколько? Сколько же уже аниматроников? Это жесть. Они сзади меня, помогите. Нет, мы тебе не поможем. Дим, тебе только Бог поможет. Нет, я буду жить до последнего. Отлично, отлично, ребята. Это васаби. Пойдет. Пойдет, пойдет. А, они тут. Нет, 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 нет. Я один остался или нет еще? Да, один. Господи, это что за... А! О, блин, я так хотел выживать! Что, все умерли? Да. Да ладно, хорошо, пацаны. Раз такое дело, давайте тогда я начну играть за аниматроника и посмотрим, как я сейчас буду вас мочить. Ну что, ребята, первый раунд прошел очень быстро, весело и азартно, поэтому я вам покажу, как надо сейчас мочить. Ой, не надо. Ну что, пацаны, вы готовы? Да. 3, 2, 1, погнали. Вот смотри, бежит прям. А, да? Я и как. Ну, я пощадил. На самом деле я мог бы его сразу убить. Видите? Блин, вообще жесть. Ну эта карта реально маленькая, но надо было мне немножко другую тактику подбирать. Ой, извини. Блин, как мне нравится играть за аниматроника, чувствуется мощь. Отстаньте! Да не отстанем мы от тебя! А, крыса на меня бежит. Помогите, живая крыса. Надо вот так срезать, смотрите, я его сейчас убью. Смотрите, все, он в углу. Эй! А блин, да что то Ай, блин, я всех мочу. Опа, а кто ты на крыше? А я иду к нему. Они так долго не продержатся. А, нас пока есть двое, да? Или трое? Вижу, 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 смотрите. Ну, смертник. Эй, я не попал. На меня? А за кем я гоняюсь? Я гоняюсь за Думгаем. Да, вот. Давай, 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 мочи его. Я хочу его убить. Я пойду его обойду. А, хорошо, я иду наверх. Иди, удачи. Я иду, не переживай. А чё ты, чё ты в стену идешь? Это очень странно, у нас аниматроник. Сбой программы. Да, чё так. Так, я пошел вовнутрь. А вот теперь, вот теперь. Вот он, вот он, вот он, мелочи скелета. Скелет! Ой. Да что ж такое? А Пингвинус был аниматроником или нет? А я был, хорошо. Значит, все правильно я сделал. Ой-ой-ой. Это так не работает, пацаны. Вижу, 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 вижу. Крыса пробралась к нам в дом. Да? Зачем было так тупо стоять? Васаби, че ты не убегал?
Да у меня это... Я был занят другими, я подбирал... Да, ну все, а я был занят убийством тебя. Так, осталось у нас сколько? 2 или 3 человека в живых, да? Давайте их загоним до смерти. Вот, я вижу, я вижу. Это самый у нас был лучший игрок до этого момента. Вообще класс. Ладно, не судьба. Не судьба, не судьба. Ой, блин, что-то опять своего не убил. Вижу, вижу, вижу. Так как это тебя я не убил? Гусенек, ты сейчас умрешь. Давайте, давайте. А ты один остался, Гусенек? Да, только Гусенек. Гусенек, можешь использовать любое оружие, кроме бомб. Я еще остался. Ну давайте, пацаны, я вам разрешаю использовать оружие, чтобы было веселее. Пригвождатель, любое оружие можете использовать. А все, он умер. А ну все. На крыше и в ступор. Ну все правильно он делает, он самый умный оказался. У него IQ плюс один. Один. Когда ему поднялся, он просто стоял. Подожди, а Гусенек же умер, че он убегает? Или же, а нет, Гусенек не умер, да? Я умер. Нет, я его убил. Тимон, зачем ты меня убил? А че ты не берешь аниматроника? Вообще, он был еще один. Не, не всех убили. Угабуга, умер? Нет. Вот, Угабуга, где он, где он? Давайте его искать. Нет, ты умер, Дима ведь убивал скелета. Нет. Да? Я уже не помню, кого я убивал. Я всех подряд почти кого вижу. Ладно, давай точно что-то. Ну все. Что, все, всех убили? Да. Конечно. Блин. Ребята, давайте сейчас сделаем такой раунд. Я буду один, ну, с админским пистолетом. Как вы думаете, это не сильно читерски? Это тот ролик, где я буду использовать админский пистолет и мочить пацанов. Вы готовы? Да. 3, 2, 1. Погнали. Я думаю, что, ребята, админский пистолет покажет, на что он способен и как надо вообще воевать. Я знал, что надо такую тактику выбирать. Жестко, жестко. Ух, мы, ребята, добавили классные эффекты. Теперь у нас, смотрите, как искры фигачат. Так нечестно, Дима. Нет другого входа. Хорошо, давайте я вас подпущу ближе. Заходите, заходи. Ну что, ну что, вот они все, красавчики. Мы еще скачали мод на прицел, у меня теперь такой жирнячий белый прицел, которому я не промажу. Ну что, давай, подходи. Мне кажется, это, ребята, бесконечная игра, когда их будут просто мочить. А дай мне любые аниматроники. Любых можете брать? Сейчас нужно будет телепортироваться, Дима. А, нет, телепортировать, ну-ка, вы не залетайте на крышу, это будет нечестно. Дима, не убивай меня, я тебе хлеба дам. Ты мне хлеба дашь? У тебя есть хлеб? Да, у меня есть хлеб. А, я тебя увидел. Я знал, что ты возьмешь этих аниматроников, я знал. Ты хитрый. Продолжаем в том же духе. Так. Нужно взять, у которых прям... Тихонечко. Давайте здороваться. Я, пацаны, запрятался в помещении. А ну ищите меня, найдете меня в комнате? Окей. В комнате? Да. Я в одной из комнат сижу в пиццерии. Он под лестницей? А, нет. Ищите. Блин, да нет, я не в туалете. Да. Я не в туалете, пацаны. Я не умру в туалете. Так, а кто это у нас тут дверь открывал? Серьезно. Где стреляют? Это врешь. Где-то рядом. Я в пиццерии, слышишь, где стреляю? Да, ты прям около меня стреляешь. Наверху. Так, я что-то видел. Не. Ой, мне показалось, тут течет. Дима на крыше. Я знаю, где Дима. Нет, он возле машины. Ты, блин, увидел, спалил контор. Хорошо, молодец. Оговорился, что помещу. Тимончик, молодец! Убил меня! Ну, блин. Тимончик, давай теперь ты один выживший, а мы будем все за аниматроников. 3, 2, 1. Тимончик с админским пистолетом против нас всех. Нужно проверить. Он немножко думает, что мы будем по-другому. Я буду его сейчас по-другому мочить. Я его вот тут видел, он наверху, пацаны. Он наверху? Да, он наверху. Ой. О, мгновенность!
А как ты меня, где ты? Нифига себе, у меня быстро убил, видели? Это просто мгновенная смерть. Это где как? Он? Молодец, Тимончик, молодец. Где он? Инфу. Хочешь, помочь? Да где он мочит? Вы видите, какой он классный игрок? Он лучше меня играет. Да, он просто... Давайте еще раз попробуем. Блин! Так, а теперь я не буду умирать. Я вижу, где он стоит, пацаны. Он в углу стоит, на крыше. И сел на корточки. Вот он, вот давай, давай, мочи его! Меня уже убил гусенек. Меня гусенек убил. Все. Ну что, гусенек, давай теперь ты покажешь, как надо воевать против аниматроников. 3, 2, 1. Ну что, гусенек, покажи, на что ты способен. Откройте нормальную дверь. Дайте очередь. Мне кажется, мы его быстро сольем. Если бы я так, наверное, быстрее стрелял бесконечно бы по дверям, ну блин, а можно телепортировать? Молодец, Тимончик, всех убил. 3, 2, 1. Тимончик лучший игрок и покажет еще раз, как надо играть. Надеюсь, у него тактика сейчас поменяется, он будет лучше играть. Так, а его здесь нету. А где он? Покажите, где он? Где он? Подскажите. Так, так, так. Вот он тут. Все. Вы же сговорились все. Я стоял за углом, но когда тут идет, он его убьет, и резко я влетаю. 2, 1, погнали. Мы, ребята, взяли более лайтовых аниматроников, потому что через стены убивать, конечно, это классно. А вот победить чувака, который с админским пистолетом, намного сложнее будет. Скажите, где он? Так, ну я пока спрятался, пока никого вообще. Я знаю, он, скорее всего, в продавке охраняет. Бежим туда все. Нет его там. А нет, снимай его? Там нету. Может, он здесь где-то? Дам подсказку, я на крыше. А, хорошо. Он сейчас будет двери чекать, пацаны, как и я. Да-да-да-да-да, попробуй. Молодец, молодец. Я сейчас посмотрю, как пацаны будут умирать. Он обманул, его нету. Ладно, логично. Ах ты хитрый жук. В туалете сижу. Нет. Точно? Ах, зараза! Я испугал. Ох, смотрите, как кровяша сделана. Блин, классную тактику выбрал. Тактика крысы, это моя тактика. Он возле лестницы там. Не, он в кладовке, получается, охранника. Так, да, я в кладовке у охранника. Вот, видите. Есть. Убили? Да. Есть. Сейчас мы, ребята, сделаем ПВП аниматроников. Каждый сам за себя. И только с этого пака других брать нельзя. Вы готовы? Да. 3, 2, 1. ПВП началось. И кто выиграет в этом ролике, будет лучшим игроком. Пингвин сейчас станет. Да-да-да. Кто проиграет, не участвует, сразу говорю. Останется только последний лучший игрок. Да ладно, васаби! Да как меня убил? Ах ты жопа! А, ну все, справедливость восторжествовала. Так, я посмотрю, кто же останется. Представьте, будет ничья. А смотрите, зашкерился. Уга-буга зашкерился. Хорошая тактика. Подождать, пока все проиграют, потом последнего убить. Так, давайте за ним последим. Так, побежал. Вот еще 3 аниматроника. Ну-ка. Ну? Я думал, что Пингвинус выиграет. Он хорошо играет. Пингвинус, давай, я хочу, чтобы ты выиграл. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, Пингвинус, давай. Аккуратно, не спеши. Пингвинус, молодец! Ну, как всегда, Пингвинус у нас один из лучших игроков. Нет, я еще жив. А, еще нет, еще один! Пингвинус, давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Давай. Только тихонько, не спеши. Хорошо прицелься и подбери тайминг. Давай. Ну. Только не мешайте, пацаны, никому, не власти. Я буду свысока наблюдать. Это комментатор наш. Так, ну что, он отступает, Пингвинус хочет его убить. Этот боится и правильно делает, потому что Пингвинус оказался хорошим игроком. Это Ампер, да, я остался. Еще? Так, нет, я не умирал. Ампер не умирал? Я спрятался. А, смотри, какой молодец. Ну что, Пингвинус, тебе еще один надо убить. Я уже думал, Пингвинус выиграл, но нет. Ампер, давай, я в тебя верю. Молодец, обманул. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А взрыв! И взрыв! Ой-ой-ой-ой-ой. Как всегда, мы все разнесли в конце.
Есть! Вот это было эпически! И анимация показала, что я прям в бок машины попал. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Олег, Тимончик, Куёка, Форум, Угабуга, Ампер, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Всем привет, Форум. Сегодня мы записываем очень классную рубрику, это новая рубрика на моем канале, называется «Кошки и мышки». Я буду играть за вот такой вот мощный танк, но он очень медленный, а пацаны должны выживать на легковых машинах. И кого я убиваю, тоже беру танк. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Начинаем, пацаны! Потихонечку, не спеша, сделаем от первого лица. Надеюсь, эта рубрика вам зайдет, и вы поставите много тысяч лайков. Если будет 3000 лайков, мы сразу записываем похожую рубрику, только на очень большой карте. И может даже будут не игроки у нас, ой, не на машинах, а игроки будут гоняться. Так, ну что, первое я вижу уже, охота открыта на первого у нас. Так. Пацаны, зря вы здесь ездите, сейчас первый улетает, смотрите. Да ладно, промахнулся. Хорошо, хорошо. Да. Ну, пусть будет так. И раз вы так хотите, будет лохом. Блин, танк реально медленный. Я не ожидал, что он такой будет медленный. Я думал, будет немножечко побыстрее. Он вообще как рахит едет. Ах, вы хитрый. Сзади. Хорошо, я назад. Блин, мне чтоб назад сдать, тут это просто целый челлендж. Ну, блин, хорошо. Мы сейчас сделаем по-другому. Я сейчас подъеду до стены на высокую точку и буду гатить оттуда пацанов. Чекаю. Я думал, будет немножечко легче. Ай, блин, я хотел стрелять уже, так хорошо. Я даже в горку заехать не могу. Ха-ха, он такой медленный. Так, хорошо. В этом и есть прикол, что пацанам было немножко легче. Блин, ну не могу попасть, не могу. О, вот там кусок штукатурки отсыпался. Так, давайте сразу встанем вот здесь вот и будем... А ну, насколько я могу дуло выше поднимать? Боже, оно такое медленное. Можно постареть и почувствовать, как волосы растут, пока я его подниму. Так, я пока здесь никого не вижу возле себя. Хорошо. А ты типа назад посмотри. Ага, я посмотрю. Я знаю, ребята, как мне надо встать. Я придумал. У меня есть тактика. И я ее сейчас буду применять. Я знаю, что мне надо сделать. Мне надо ехать до воды. Если, ребята, вы даже в воду упадете, это тоже будет считаться проигрышем. Если вы теряете транспортное средство, вы проиграли. Дима, если мы тебя скинем в воду, что будет? А вы меня не скинете в воду, я даже заехать туда не могу. Боже, какой он конченый, этот танк. Я даже заехать туда не могу. А пацаны хитрые. О, я могу, кстати, вас давить, и машина тоже поломается. Ух, повезло. Да, смотрите, сейчас будет жизнь у него тратиться. Блин, он такой медленный. Еще чуть-чуть я бы попал, но у меня была перезарядка. Заряжается, давай, конечно, танк очень долго. Надо разгоняться. Разгоняемся, и тогда я смогу куда-то уже заехать. Во, я понял, вот тут надо мне встать. Зря, пацаны, вы это делаете, зря. Так, вот теперь. Я сейчас заеду на этот бортик, и с бортика буду под себя валить. А если я не упаду на этом танке, если я заеду? А ну подожди, я вообще в бортик влажу в этот? Я в бортик не влажу. А я разверну дуло за это время. И стену... Кстати, если я буду в стену стрелять, тоже жизни тратится у машины. А-ха-ха-ха! Я понял. Так. План Б, убегаем. План Б, убегаем? Уезжаем. Боже, у него такое дуло медленное. Я реально могу пострелять, пока он повернет его. Боже, как это долго. Ну давай, дулист. Че, как тебе там? Зачем я опустил дуло? Боже, он такой медленный. Ну, ребята, обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будет у нас 7 танков и один выживший. Так, поворачивай дуло, аккуратно, люди, уходим. Уходим. А, он такой не попадет. Я не могу выехать с речки. Вы представляете, какой он голливый? Блин, кто такие танки придумывал? Он же медленный. Во-во-во, я начинаю выезжать. Я выехал. Дима, это же кабачки. Ну да, он медленный. У него перезарядка очень долго. Да, кстати, это правда. Есть! Вы видели, это эпически! Ну что, теперь нас уже двое, ребята. Уезжай, сейчас будет тебе намного легче. Вы видели, как он в воздухе взорвался? Да вообще.
Ой, с пулемета забыл стрелять нельзя, а хочется. Так, ну что, теперь мы выслеживаем других игроков. Еще один готов. Тимончик убил уже. Молодчик, нас уже трое. Так, сейчас, когда будет последний, мне кажется, это будет очень эпично, потому что последнего придется не сладко. Но так как танки медленные, у них очень длинная перезарядка. Есть! Фора улетел. Блин, я даже в горку заехать не могу. Реально не... Так, так по мне-то не стреляй только. Так, 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 так. Я вижу цель. Пацаны, внимательно, розовый машинист. Сейчас мы его прицелимся внимательно. Смотрите. Это ездящий труп. Блин, ну я долго разворачиваю. О, рикошет от земли вы видели? Ой-ой-ой, хорошо пацаны его выслеживают. Так, давайте сделаем перекличку. Кто у нас остался живой? Я. Ты один? А, двое, нет, двое. Я еще один. И куёко. Давайте, кто останется последним выжившим, тот будет лучшим игроком. Ты в горку не заедешь, даже не пробуй. Лишняя трата времени. А, вас трое. Это хорошо. Так, выслеживаем, пацаны. Наверное, они где-то вон там вот запрятались. Или за домом. За домом. Я видел нос машины. Так, я разогнался, сейчас я смогу сюда заехать. Давай. Давай, танк, давай. Да даже в горку заехать не могу. Ой-ой. Ладно, двоих. Так, куёка, я тебя вижу. Я тебя вижу. Прицеливаемся. Да нет, не попал. Попал? Ой, блин, опять с пулемета хочу гасить. Так, он запрятался за дом. Давай, выгоняй его, а я его загашу. Так, кстати, можем приближать. Во, вот это зум. Так, давай, едь за дом, пацанчик. Кто-то. Во, вижу. Сейчас мы его загасим. Есть! Смотрите, даже анимация есть, куда попадаем. Вот это вот. Кстати, там крыша у тебя должна была быть. Ну почему-то странная анимация. Так, ну что, мы всех убили? Ну да, конечно, Дим. Не, мы всех убили. Дима, нет. У Йока еще? Да. Он за домом. Ну, или он да, запрятался на высокую часть карты, где мы не можем заехать? Как он догадался? Я догадался, правильно, Куёка? А, он там находится. Давай, танчик, ты сможешь. Надо наискосок вот так ехать, тогда меньше сопротивления горы. Во-во-во, потихоньку заезжаю, пацанчики. Все горит у нас. Вот это красивый след от бензина, кстати, остается. Надо еще более ехать наискосок. А, переживай, хочу Куёка убить. Давай. Блин, а мы не заедем, наверное, на эту горку. Куёка, молодец, хорошая. Так, блин, у меня чувак перегородил дорогу здесь. Я бы заехал, реально перегородил. Сразу видно, играю с профессионалами. Ребята, если вы хотите с нами записывать ролик, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании и обязательно подписываемся. Все, короче, сдаю назад, потому что я никак не заеду. Кто, заехал кто-то туда? Нет. Я буду с разгону заезжать, чтобы мне никто не мешал, главное. Так, разгоняем танк с шифтом. Я еду. Сейчас я заеду. Блин, опять чувак едет на перерез мне. Давай, танчик, ты сможешь. Давай. Не, пацаны, мы что, туда не заедем? Мы его не убьем? Давай, я в тебя верю. Нет, о, толкай сзади. Давайте так дорожку выстроим друг друга. И тот, кто будет последний на ровной земле стоять, он сможет нас вытолкнуть. Давайте, толкайте. Заехал. Отлично, ты молодец. Давай, а я его буду тут ждать внизу. Так, я видел там его розовая машина. Ты видел выстрел, Куёка? Конечно, видел. Так, хорошо. Все, он поехал туда, пацаны, ждите его внизу. Вот сейчас... Вон он в доме! Да ты туда поехал, чувак! Куёка, зря ты съезжаешь. Мы тебя сейчас тут загасим в любом... Ой, лагает! Чё лагает? Подвисает наша игра! Есть, Куёка, я знал, что ты будешь последним. Поэтому Куёка сейчас начинает у нас второй раунд. 3, 2, 1. Раунд номер 2. Куёка должен всех замочить. Ну что, Куёка, давай, покажи вещи. Смотрите, как я его не боюсь. Потому что танк медленный. Смотри, что я делаю возле Куёки. Дрифтую.
Буду его троллить, как он меня троллил. Что ты? Что ты нам сделаешь? Хуёк, а как ты думаешь, сложно тебе будет? Конечно. А я, видишь, смог убить. И это было, кстати, первое убийство, было очень эпичное. Ого! Эй, я не могу выехать! Эй! Эй, машина! Ты дурак, что ли? Пацаны, помогите! Я застрял! Да что ты делаешь? Воду, воду! Он мне воду хочет скинуть! Нет! Опа, опа, есть! Блин, как-то под гусеницу странно я попал. Хуяк, как хуялка, не попадает по мне. Буду песенки петь радостные. У него, пацаны, у него перезарядка долго, учитывайте тоже это. Смотрите, даже вот так буду ездить, он все равно меня не убьет. Так аккуратно подпустите. Поворачивайте. Хуяка, подбирай тактику, чтоб нас убить. Уже. Так все, ну я и уезжаю. Валите, валите, валите от него. Нет. Ой-ой-ой, а куда ты стрелял? Он в меня хотел попасть. Ой, опять-то, ты смотри своими гусеницами. Короче, буду прямо возле него так толкать его. Ого, я мощнее танка. А нет, оказалось... Да нет, я не мощнее танка. Эй, задние колеса подняло. Нет, нет, куёка, ну пожалуйста. Я тебе... Фух, слава богу, я вырвался. Чекай. А он меня не убьет, у него дуло медленное очень. Ой-ой-ой! Ух, я живой? Это ты по мне стрельнул? Да. У меня жизни, кстати, отнялись, но я живой. Нет, Дим, я, короче, рикошетом тебя. А, это был рикошет, я понял. Я вижу, куда дуло повернутое. Поэтому он меня не сможет убить никак. В горку ты не заедешь. Машина заглохла! Он уже, кстати, повредил мне тачку. Ай, я застрял! Машина глохнет! Ого, ты куда стреляешь? У меня нормально. Куяка, хочешь, я тебя поддам, все вместе будем их гатить? Стреляй, давай. Не-не-не, Дима, давай по-честному все. Ну давай, хорошо, попади сначала. Нет, я перевернулся. А все, куяка, все, значит ты проиграл. Если да, там машину не можешь перевернуть. Что я могу? Транспортное средство, это и есть ты. Красиво, красиво, гоняем себе по карте. Дуло он медленно поворачивает свое. Кстати, я боюсь, когда ты стреляешь, но попасть ты не можешь. Смотри, как я дрифтую возле тебя. Дима, да, это плохо скажется. Не-не, хорошо скажется. Ой! Че, убил? Ой, спасибо. Нет, меня кто-то... Кстати, ты же, обрати внимание, их уже двое. Да-да. Блин, он хочет в горку заехать, надо ему помешать. Блин, машина намного слабее танка. Все, он не может ехать. Я буду тебя толкать вниз, я буду тебя толкать вниз, ты не заедешь. Давай, 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 давай. Еще один танк, быстрее. Застрял. Блин, смотрите, застопорил меня, тот гасит. Ну что, ты заехал? А толку от того, что ты заехал? Я буду возле... Блин, у меня машина чихает все больше и больше. Нет, я опять застрял. Эй, у меня давит колеса сейчас. А колеса отвалю. Смотрите, как колеса выгибаются в другую сторону. Он воду, воду. Эй, все, 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 выехал, выехал, выехал. Спасибо тебе. Пожалуйста. Дуло медленное. О, боже, я так дернулся. Так ты ж не, ты ж вроде не целился по мне. Ты меня, куёка, убил. А что еще, Дима? Да ты зараза. Ну хорошо. Это дальше, это ты мне отомстил, да, за тот раз? Да. Молодец. Ну что, ребята, теперь я выехал на охоту. У нас уже трое. Вижу жертву, вижу жертву. Так, ты, куёка, съехал или нет? Да. Надо было не съезжать, туда заехал игрок. Я знаю, где кто находится. Вижу. Вижу, вижу жертву. На. Не попал. Слушай, друг, как твои дела на желтой машине? Нормально? А желтый? Нормально, выйду, что думаешь? Так, ребятушки, я вижу, я вижу. Слушай, ну блин, хорошо, уехал. Дим. Что, что? Справа. Ой, слева, подожди. Ой, сипа. Я держу чел одна, желтый. Убил? Убил, красиво, кстати. Это, наверное, было от взрыва, да, волна ударная? Не, прям. Наверное. Вплотную, да? Молодец. Так, ну что, заезжаем наверх. Там все остались, наверху. Я так понял, что медленно, но он как-то заезжает, да? А может кто-то за домом?
Я за дом еду. Наверное, за домом кто-то запрятался, мне так кажется. О, давай. За дом. По-любому кто-то шкерится там. Ребята, разгоняем там. Я могу камеру далеко отдалить? Нет, никого нет за домом. А могут... Может, в дом кто-то заехал? Давайте в дом заедем, посмотрим. Вот это именно махина. Не, в доме никого нету. Вот это танк громкий. Нереально громкий. Выезжай, не бойся. Так, пацаны, надо, чтобы кто-то заехал туда на горку, в любом случае, потому что только так мы сможем выиграть. Дима, если я вот на танке случайно заехал? Куда? Посмотри. Я около тебя здесь стою. Молодец. Так, во, я вижу машину. Нет, вижу. Зачем ты поехал, брат? Давай, залезай. Молодец. Давай. Один к вам заезжает, пацаны, вы сильно не радуетесь там. Так, я уже на прицеле держу, ты их выгоняй, я сразу загашу. Игорь, смотри. Хорошо, понял. Куёк, это ты заезжаешь? Да. Давай, я целюсь. Не туда. Так, давайте сразу, наверное, прицелимся вот так вот. Все, я жду. Все, отлично, Куёка заехал. Ты зачем это делаешь? Давай. Давай, Дим, на тебя поехал. Вижу. Ты зараза. От меня еще живым никто не уходил. Мы разделились. Да ладно, не попал. Прям над крышей, видели, пролетело? Давай. Гоп, у них перезарядка долго. Все. Да, перезарядка реально долго, где-то секунд 20-30, наверное. Хуяк, а ты убил кого-то, не убил? Да. Что-то машина сзади. Пойдите ко мне. Так, держу под прицелом. Хуяк, давай, гати, выгоняй их оттуда. Один же за домом, но... Сзади. Ну, давай, да. Сзади меня? Да. Никого нету там. Сзади, да, я... Ой, почти попал. Вижу. А, я живой. Сейчас. Ой-ой-ой. Они не могут попасть. Да мы попадем, не переживай. Куча танкистов. Он там? Давай. Так, надо стрелять, когда буду прям уверенный. Подожди, я слышу звук. Такое чувство, что он рядом. Давайте, что вы мне сделаете? Очень страшно. Отлично. Нет, что ты делаешь, Гу? Я бессмертный. Не попал. Давай, вот это разберу. Надо назад сдать. О, кто-то в воду заехал из танкиста, молодец. Да все, что у меня танк или машина? Ехал, не? Ничего, что Дима, меня сам танк сам назад ехал. Я вообще его не трогал. Ну бывает такое, бывает. Я его стоял на его, на пробел. Вот ты выгоняешь их или нет, Хуёка? Они кружат возле меня. Возле меня тут кружит один. Давай, я помогу тебе, я еду. Нет, не умирай, брат. Блин, пацаны, вы прям хорошо играете. Давай, Пика, держи. Есть! Вы видели, это был эпический кадр. Прям, знаете, рикошетиком таким черканием убил. Ну что, остался у нас последний, да? Да. Где он там, вверху? Вижу. Я его вижу, вот он выезжает сюда. Тихо, я хочу умереть, но я за тебя болею. Давай, брат. Они не смогут. Я очень быстро. Почти попали. Дим, ты столкнулся с этой проблемой, с которой я столкнулся. Нет, танк, а я зато могу стрелять все равно с него. Да, но ты столкнулся с той же проблемой, что и я. Ну ты танк или не танк? Ты что делаешь? Я врыл. Он сам заезжает в воду, если нажимать любую клавишу. Так танкисту уж можно вытащить его, наверное, да? Да. Так, танкист. Я сам себе сейчас говорю. Так, достаем танк. Достаем танкчик наш. Откуда? Из кармана? Из воды. Один выживший, мы его не можем убить, что ли? А потому что я каждый раз по кругу еду. Ну я умею подлавливать хорошо. Так, нет, ой-ой-ой. Есть! Вот это было эпически! И анимация показала, что я прям в бок машины попал. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
я вам поставлю не сильно большую бомбу, вот такую вот. Ну что? Осторожно. Ой! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёко, Пика, Чебузаврик, Гусянёк, Секрет, Тимончик, Ампер. Пацаны, скажите классные слова. Здоровченко. Однако всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и давно у нас не было карты Gravity Falls и Чужого. Поэтому, если пять кушки, приятного аппетита, у нас веселье, угар и поднимание настроения. Погнали. Поставили мы на верхнем этаже, где комната Диппера, и я должен в него вселиться. Если пацаны смогут спасти заложника, значит они молодцы. Если они смогут спасти заложника, значит не молодцы. Если я в кого-то вселюсь, а я в кого-то вселюсь, я буду большим и мочить всех. Хорошо. Так, это была разведка боем. Неудачно. Хорошо. Смотрим. Нету. Все по красоте. Ай! Блин, я ж дернулся. Хорошо, молодец. Красавчик. Дробовик рули, да? Да. Да-да. А где Растишка? Я снизу тут гуляю, убиваю его. Тим, ты нам никак не зайдешь. Согласен. Так, я вижу, по мне огонь открыли, сейчас я его загашу. Ого, ты меня просто размазал по земле. Хорош. Зачем ты? Так, сейчас мы будем все-таки стараться попасть на второй этаж. В воздухе! Да ладно, ты чё, какой-то полуснайпер, что ли? Вы видели, как он красиво это сделал? Просто убийца чужих. Так, я уже внутри. Так, сейчас будем по лестнице аккуратненько подниматься. Ой, он открыл дверь. Так. Блин, я даже не знаю, как туда попасть. Я как-то попаду. Остальное контролирую из окна. Окно я контролирую. Хорошо, давай. Чужой. Почему он может через на крышу залезть и через крышу залезть? Так, чужой не так высоко прыгает. Да. Если я так буду прыгать. А, я могу высоко прыгать, если я камеру задираю вверх. Вот опа! Оп! Так, Чебузаврик, ты чё, этот? Читы вел в Counter-Strike? Блин, это было сильно. Пусть у него как слева оружие. Я так понимаю, что вы же чекаете хорошо лестницу, да? О, он прошел! Да Чебузаврик, прекращай, ты чё так хорошо стреляешь? Не хранять, если что. Чебузаврик, даже если он прорвется, у нас тут большая оборона, он не пройдет. Да. Да ты смотри, да как? Я не могу никак попасть вовнутрь. Чебузаврик, прекращай, ты что, псих, что ли? Ты очень хорошо стреляешь, прям замечаю. А что это за дробовик у тебя разлет там такой? Из Left 4 Dead. Так, поднимаемся по лестнице потихоньку. Мы у нас в комнате спрятали Диппера, так что у тебя не получится его найти. Есть! Я стал большим! Нет! Тихо! Никого не Диппер! Я терминатор, я иду! Отлично! Так все, я даже не буду залазить в это, в вентиляцию. Можете мне попробовать убить. 1000 жизней у меня, это очень сложно будет меня убить. Ты на кого батон крышишь? А! Что у тебя за пулемет конченый? 120 жизней осталось, да ладно! Потому что он это сильное оружие. Дима за спиной здесь. Все. Блин, да ты хорош. Все, опять я маленький. Убили большого. Все, теперь я буду жестче, ребята, сейчас играть. Прям очень жестко. Ой, да ты что? Иди сюда. Осторожно, нужно. Блин, я думал, я вселился, но я вселился на тот свет. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Да. Эх ты! Я даже не знаю, не Чебузаврик ты какой-то, это какой-то терминатор с дробовиком. Это дробовик не из Half-Life, да? Это какой-то другой дробовик у тебя. Пас, да?
Да ты за... Да ты смотри, ну что за умирание постоянно? Реально, это же угар. Я не могу как это сделать. Раньше я мог... Блин, один игрок решает все, да как? Ребят, есть, есть, есть. Он меня слет. Есть. Он меня слет. Я буду сейчас очень аккуратно, очень аккуратно. Смотрите, первый есть. Второй есть. Третий есть. Что происходит? Пока они дойдут, я успею подняться. Беру... Отлично, отлично. Хорошая тактика. Называется тактика крысы. Я убийца. Я застрял, Так нельзя делать, Дима. Блин, я застрял в трех соснах. Ой-о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 й
опять чебузаврик, ты что, издеваешься, что ли? Да что такое? Он самый активный. Да ты как? Да не, он, видно, хорошо играет в игры всякие, стрелялки. А, ну Куёка тоже, видно, хорошо играет. Так, надо, короче, знаете, как мне делать? Мне надо прыгать постоянно, чтобы они не смогли меня убить. Смотрите, смотрите, чек. Говно, откуда ты стрельнул? Да откуда? Просто реакция, я увидел ник сразу. А, вот так. А вы худ мой видите? Да че, бузаврик, да ты издево... Ай, блин, я уже начинаю, ребята, злиться очень сильно на него. Ты что? Где он? На улице? Я его вижу. Отлично, я большой стал. Так, наблюдаем за Куёка. Так, Куёка пошел, пошел, пошел. Слышите, Куёка? Слышите? Я слышу. Стоп, секрет, это ты? Да, это я. На мне нет. Куёка, это ты? Я когда в этой штуке, у меня тоже жизнь тратится. Ты зараза! Да я вас поубиваю всех тут. Отлично, отлично, убийца идет. А ты, я тебя знаешь, куда это ружье засунул? Ну что, дипер мой. Быстрее, беги! Я не успел в вентиляцию даже залезть. Вы что там в стиральных машинах шкафов вонючих набросали? Блин, вообще сильно. Блин, очень взял наигранных пацанов, очень. Секрет, быстрее ко мне, тут один вообще. Один, одиночненький. Я начинаю сильно нервничать. Да хорош, да вы смотрите. Чего делаешь? Да в воздухе как? Ну, как тебе замена пришла, я пошел. Так, 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 я запрятался. Немножко, ребятушки, передохну, потому что они мне не дают просраться. Ой, наоборот, дают просраться. Я понял, он в пике. Я в одном из вас, ну, в ком же я? Пика, я тебя стреляю. Нет, это секрет. Я пошутил, я не в ком. Я вас обманул. Обманул, пацаны. А я знаю, где он. Знаете, о чем основывается тактика войны? Лучше мы думаем, что где-то у нас. У нас в органах. Все, вселился. Успокойся. Ай, блин, псих. Ну блин, дай вселиться в тебя! Есть! Есть! Охраняйте Диппер. А где Диппер? В смысле, где? А его не убили? Ну что, там где Диппер? А вы его не убили, что ли? Нет, мы его не убивали. Мы его спрятали, Дима, это для тебя чего? А нельзя прятать было, я ж... А, я его увидел, он в коптерке здесь сидит. Нет! Я увидел, ребята! Быстрее бежим! Ух, их сколько! Как вы думаете, смогу пробить оборону, вот такое вот количество людей? Я знаю одну тактику, как это сделать, смотрите. Огнемет. Диппер! Стой, Дип! Нет, я не вселился в него. Я вас просто буду есть сейчас по очереди, всех съем и заду Диппера съем. Через стенку ешь! Что через стенку кушаешь нас? Стреляйте по нему! Бегать ему закрысил нас! Отлично! Ай-яй-яй, ну что вы творите? Вот это прям жесткая борьба. Ребята, если вам нравятся такие ролики, обязательно лайкосик ставьте. Вы что делаете?
Я в окне ему не подошла. Стой, он не бежит. Блин, опять убили! Быстрее прячем дипера. В холодильник суйте его. Так, я начинаю сразу с большого, потому что я так понял, маленьким я никогда этого не сделаю. Никогда. Дипера в холодильник? Все, забрасываем предметами теперь эту комнату. И давайте я в этой комнате остаюсь. Как вы думаете, где я сейчас? Уже у нас. Моментальная смерть! Моментальная! Да как? Я в шоке, ребята, мне не дают никакого шанса вообще. Я даже уже был у дипера, я не смог его съесть. Наши диперы убили, что делать? Убили? Ну вы проиграли! Вы проиграли! Сейчас мы сделаем сценарий, когда мы запрячем бомбу. Пацаны, вы готовы? О, бомба! Так, давайте в этой же комнате поставим бомбу мощную. Если пацаны ее взорвут, будут виноваты сами, поэтому бомба убьет всех. Знаете, что скажу? В этом раунде вы выиграли, потому что у меня было столько попыток, я не смог вас атаковать. Поэтому я считаю, что этот раунд первый за вами. А сейчас у меня будет, знаете, у меня будет 3 попытки. Если я с 3 попыток не взрываю бомбу, то пацаны выиграют. Согласны? Тим, ты еще подумаешь, что мы можем сами ее взорвать? Тогда вы проиграете. Так ты рассчитывай на это. А, ну тогда я буду рассчитывать, что вы проиграете. Я ставлю не. Я вам поставлю не сильно большую бомбу, вот такую вот. Ну что? Осторожно. Ой! Подождите, стойте! Этот. Немножко я этот. Переборщил. Ничего. Так давайте тогда поменьше бомбу, то что-то я это. Вот такую бомбочку. Вот такую. Ну и вправду. Запи там какую-нибудь ядерную бомбу. Во, смотрите. Все. Вот такая бомба у вас будет, она стоит. Вы сейчас увидите ее. Я по звуку слышу, что она точно гигантская. Я 2 попытки возьму маленького, а на 3-ю попытку возьму большого, если мне не получится. Поехали. Вот. Сначала маленький буду. На окно и на дверь главную. И все. Я буду очень красиво играть, ребята. Очень. Настолько красиво, насколько это возможно. Ух. Так. Надо быть очень внимательным, чтобы не проиграть. Ее на потолок. Блин, это было прикольно. Мне понравилось. Отвали. Ай, быстрей. Да, закрываем комнату быстрее. Есть! Я сразу стал большим. Отлично. Ну что, пошел. В этом раунде не буду залазить в невидимку, постараюсь так. А вот третий раунд залезу уже в вентиляцию. Ну, он так называется, на самом деле, как невидимка. Так, слышу, кто-то оружие себе выдает. Кто-то оружие выдает побольше себе. Все, забрасываем в эту комнату, он через нее не пройдет. Ай, блин, простреливайтесь! А что за оружие, которое простреливает постоянно все? Это мини-газ. Так, ну нафиг туда идти, они прям очень жесткие. А, двери простреливаются! Мы а, блин, выжить. Жестко, вообще жестко они меня атакуют. А, отвали! Ой, я сквозь стену кого-то убил. Ну что? Тебе вообще гусеницы, зачем ты так простреливаешь? А, я уже зашел, в комнату. Да вы задрали с этими ящиками! Стрелять! Ой, блин, это жестко. Третья попытка, я сейчас должен взорвать бомбу. Давайте учитывая то, что чужой не может взорвать бомбу. Я должен сделать так, чтобы они ее сами взорвали. И этот раунд будет выигран. Если я не смогу этого сделать, то они проиграли. Она не сможет взорваться, она на Вы бомбу подвесили, хорошо, молодцы. Она еще может спускаться и подниматься. Ребят, я иду. Кто-то активировал. Снимайте его быстрее. Я проиграл. Блин, я все-таки думал, что бомба будет на земле. Ну, пацаны, получается, обманули меня и выиграли. Сам же сказал, что война основывается на обмане. Димас, ладно, сделал, молодцы, пацаны, молодцы.
Ребят, это та серия, когда я реально за чужого с очень опытными стрелками не смог их победить. Пацаны выиграли 2 раунда. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. Галисфот, как всегда, залагал. И разработчики пишут, хватит вас Галисфот снимать. Нет, прощайте, 3, 2. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Секрет, Чебузаврик, Пингвинусь, Гусанек, Пика, Ампер, Зебра, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Я люблю пельмень. Всем привет. Всем привет. Всем нравится рубрика, когда пацаны защищают заложника или бомб. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас защита заложника. Ну что, сегодня я буду играть за маленького аниматроника Плюштрапа. А пацаны могут использовать любое оружие. Так, проходим вовнутрь дома. Постараемся сейчас красиво все сделать. Я же аниматроник. Первый пошел. Ага, ты испугался? Да, конечно. Неожиданно. Есть, сожрал. Ого, они меня пулями вытягивают. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ну что, я вышел на охоту, готовьтесь. Сегодня Плюштрап никого не жалеет. Буду мочить каждого. Ага, ну ладно. Ладно, я пошутил. Если сейчас у меня не будет получаться, буду брать другого аниматроника. Потому что я думал, что за Плюштрапа будет легче. Они вообще какие-то психи. Где он? А где? Тихо, застрею. Я же вспомнил, я могу телепортироваться. Ну что? Дима, такого не надо. Ладно, надо. А, да что, так жизни тратится быстро, 700 жизней же. Он так. Все, пусть там сидит. Ах ты, зараза такой, откройте. А, ну хорошо, пацаны, это прям сильно вы сегодня мочите. Вы дробовики взяли, они реально очень мощные. Ой, я застрял. Миниганы тоже очень мощные. Ого, они откидывают тут все. С тобой сидеть вот здесь. Он телепортируется. Я телепортируюсь. А, увидел. Зараза, отстань от меня, говно. Где он? Я на улице. Сейчас. Он нас обманул, на кухне сидит. Огонь. Нет, на кухне. Да блин, вы задрали, вы что-то хорошо играете. Вы чего, мужики? Прекращайте так стрелять! Блин, понабирай на свою голову опытных стрелков, теперь буду страдать. Но я ничего, я должен убить диппера. Ой, что-то я вообще под карту провалился. Да дай убить тебя! Посмотрите, я даже не могу прицелиться. Представляете, как пацаны хорошо играют? Ой. Он там находится где-то. Я ему мало хп снес. Выстрел в голову! Четкий выстрел в голову, это было эпично. Ну ничего, ребята, я не сдамся. Это тот случай, когда я точно должен победить. Ну 100%. А что я не могу вас убивать? Я же целюсь. Простреливайте его. Надо, наверное, не на белый прицеп, а на желтый прицеп. Прицел. Подождите, что делать? Вы чего? Вы прекращайте так стрелять хорошо. Блин, они меня просто растирают в порошок. Вот это они меня выкидывают с дома. У меня нет никакого шанса. Есть сюда шанс. Есть. Так, ну что? Слышите, я уже на крыше. Я бью стекла уже. Ну и что, я вижу заложника, пацаны. Зараза! Молодец. Он тут.
Так, значит, я на расстоянии могу убивать. Хорошо, пацаны, я теперь буду охотиться с вами на расстоянии. Да чё я не могу? Не могу убивать на расстоянии, только в притирку могу. Так, тебе надо первого замочить. Да вы смотрите, как мне играть, если я не могу даже проникнуть в дом? Уйди, надо его сюда. Я в шоке, вот это они меня гатят. А ну прекращай! Мы гадим? Ага. Гадите. Он на улице. Типа, мы хоть сегодня увидим, как ты окажешься в комнате. Конечно, я сейчас буду брать другого аниматроника, более жестче. Потому что я понимаю, что шанса у меня вообще никакого нету проникнуть. А если мы все миниганы возьмем, как ты будешь? Вы просто не шарите, это делом. Есть! Так, отлично, первый ушел. Так. Кто-то там закрывает клапан. Я не могу невидимым становиться. Да блин, смотрите, я даже не могу попасть никак по нему. Он просто... Да ты смотри, патронщик. Так, ну что, ребята, идет батя плюс трапок. Я не знаю, кто у него батя, но пусть будет. А, тоже жизни мало. Но я большого размера, я могу по ступенькам хорошо перемещаться. Побежали. А, вот так, знаешь, хорошо. Ну, блин, ребята, я сегодня не смогу пройти, что ли? Так, а ты что тут сидишь? Отлично. Нельзя сидеть. А, он видимо, что... Я невидимый, я наверх. Есть, отлично, ребята, я наверху. Ай-яй-яй-яй-яй. Во, у меня уже 8500 жизней. Знаете что? Это уже означает, что мне будет легче. Так, ты пехаться могу? Могу. Ну, ребята, я могу вставать невидимым. Вот это что вы... Как это не... Надо. Вас 7 человек против меня. Вы можете убить меня. Давайте. Увидел, видите? Увидел меня все-таки. Надо его как-то убить. Отлично. Он к вам идет. Я иду к вам, пацаны, Аккуратно, давайте. Стреляйте, а мы его сейчас убьем. Вы сами себя мочите. Молодцы. Ого, простреливается дверь, вообще неплохо так. Да. Отлично. Я должен убить. Вы меня уже, кстати, вынесли углу, очень много жизни. Ребята, это я иду. Он в углу находится. Так, дверь удалять я не могу. Есть, я проникнул. А вот и диппер. Может, я и стал невидимка, но я дошел до диппера, и я его убью. Последние ваши слова. Пельмени. Есть. Обязательно условия второго раунда. Пацаны должны защитить бомбу, но я не должен вставать невидимым. Согласны? Да. Раунд 2 начинается. Я опять взял плюш трапа и надеюсь, что в этот раз у меня получится. И он не становится невидимым, поэтому у пацанов есть всегда шанс победить. Так, аккуратненько. Идем очень аккуратно, потому что пацаны очень хорошо стреляют. Но у меня получится. Ну что, я пошел на пролом. Нет. Да. Нет. На пролом. Убили мгновенно. Вот это вы психи, вы прям хорошо играете, очень хорошо. О, я взял свою любимую крячку, 8500 жизней. Побежали. Сейчас будет намного пацанам тяжелее, но так как у них очень мощное оружие, они мне легко вынесут. Вижу жертву. Жертву первую вижу. А чё я тебя убить не могу? Могу. Давай. Отлично. Так. Зачем вы меня убили? Прорываемся наверх. Все, я по ступенькам вверх иду. Нет, Дима. Да. Есть! Стреляйте по нему! Есть! Поднимаемся! Вот и еще одна линия обороны! Отлично! Я внутри! Есть! Нет! Ну что, думаешь? Вот и бомба! Ребята, последние ваши слова, вы проиграли! Нет, не думай! Прощайте! 3, 2! Ребята, 8500 жизней, вы уже не смогли меня, видите, убить. Хотя попытка была хорошая.
Ребята, сейчас пацаны должны защитить бомбу, но бомба будет вот такая вот. Это прям очень мощная бомба. Вы готовы? О, привет. Да блин, я отлично. А что вы хотели? Только вы мне будете мочить? Я тоже буду вас мочить. Вы все наверху, да? Я так понимаю. Отлично, молодец. Я иду, убийца идет. Смотрите, как они простреливаются. Я вообще не знаю, что этот дом простреливается. Ну, как же? Так. Я захожу. У меня жизни много, есть всегда шанс пробиться в наглую. Эй, двери не открываются, они открываются. Ну что, пацаны, я здесь. Отлично. Бейте его, бейте. Все-таки, знаете, это вам не чужой. Аниматроник очень мощный. Все, у тебя читы, все понятно. Какие читы? Я вас выиграл. Ну что? Третий раунд тоже за мной. Без единого проигрыша, обратите внимание. Прощайте. Ну что, пацаны, у вас есть шанс отыграться. Хотите четвертый раунд? Да. Хорошо. Да. Тогда сейчас такая фишка будет, чтобы мне было тяжелее. Возьмите бомбу и запрячьте сами ее в доме. Я должен буду ее найти и уничтожить. А давайте тихо будем сидеть и не нападать. Просто будем сидеть. Саня. Вы думаете, что я ее не найду, да? Такую пушку бери. Тебе не надо, ты с миниганом. Короче, она ХП сносит на время. И ты можешь... Бомбу спрятали? Его убить быстро. Вы бомбу запрятали, чтобы я ее зря не искал? Да. А какого размера бомба? Какая она выглядит, чтобы я хотя бы понимал, что искать? Не знаю, такая как баночка. Маленькая баночка или большая? Большая баночка. Он идет. Возможно. В смысле? Так если это маленькая, я не найду просто. Ну чего? Раз вы тут, значит и бомба здесь. Нет. Да, я понял, что она здесь. Ну что, ребята, я иду к бомбе. Вы что думали, я ее не найду? Я ее найду. Вот тут она. 100% в этой комнате. Нет, пацаны, я вам не дам. Вы должны в этот раз проиграть. Вот это. Жди, пожалуйста, он в этой комнате, где он сидел. Ой. Ой. А правило, кстати, не заключалось кое-что. Так-так. Извини. Дурак, что? Так, бомбы здесь нету, я уже это понял. Я зря сюда пришел. Дурак, что? Пригвождатели решили брать. Тогда я буду брать невидимку, раз вы пригвождатель берете. Я пригвождатель берите. Пригвождатель. Да, давайте берите и просто конец. Отлично. Ну раз пацаны решили нарушить правила, я буду за невидимку играть. Правил не было таких. А я поймал его. Нет, ты не успел, кстати. Он идет. Он медленным шагом, он на контроле. Я вижу вас! По тени вижу, чувак стоит с пригвождателем. Осторожно! Пригвоздил, зараза! Поймал его. Я не могу, да, попасть? Хорошо, а вот так вот. Ой, я телепортировался. А что я телепортировался? Что значит раз? О, смотрите, жертва. Пошел отсюда. Я полз вообще-то. Еще один. Отлично. Да что со мной? Они меня пригвоздили, я как-то странно веду себя на этой карте. Где ты? Я? Стойте. Караганде. Так, я уже знаю комнату, где они запрятали, поэтому мы идем туда. Успел пригвоздить, зараза! Я когда на корточках могу ходить! Есть аниматроники, которые могут ходить пригвождё. Нет, в этот раз не могу. Ой, может, мы не будем напоминать, что плюштраб ходит? Отлично. Так, а где же бомба? А где же? Да вы что насыпали гвоздей? Я уже ёжик, блин. Я же тпхаться могу. Что со мной? Это просто жесть. Видите, что они сделали? Убили. Все. Замочили меня. Так, а пока я мертвый, я посмотрю, где бомба. Так, где же бомба? Дима, тебе показалось.
Да как на мне гвоздей, это просто жесть. Так, ну что, сейчас беру этот аниматроник босс. 10 тысяч жизней. Все берем кубы ждать. Все приглаждатели. Да невидимку играть я не могу. Все, я видимый, теперь я видимый. Санёк, подсади, пожалуйста. Да. Кто-то ещё. Так, пацаны засуетились, они хотят проигрывать. Отлично. Ой, пацаны! Он тут-то! Так. Отлично. Откуда? Оттуда. Ну, что будет, если я вернусь? Ну что, вот тут эта боба, я не знаю, где она. Ищи. Метод не найдешь. Дима, нечестно. Как это нечестно? Нечестно, когда вы семеро меня гатите. Нет, а где бомба? А где бомба? Бомбы-то нет. Мы ее запрятали. Дима, тебе показалось, это мы один просто по клону, понимаешь? А, все, пригвоздил. Все, вот так издалека стреляем. Зараза. Давайте так, если сейчас через 2 минуты не смогу взорвать бомбу, то значит вы победили. Только я не знаю, где она, подскажите хотя бы. Нет. Ну, второй. Ну что, Дим, ты готов? Ну, смотрите, пригвоздили, и все, ничего не могу сделать. Я в шоке, они издеваются над этой сегодня. Молодец! Молодец! Это подкупил я одного человека. А, ну все, убил. Хорош. Я в шоке. Ну что, теперь идет аниматроник босс. Вот, 1 000 000 жизней. Ну что, вы готовы? Ай-яй-яй, Дима. Да, я должен все взорвать. Но я, наверное, не найду бомбу. Я просто не знаю, где она, просто поэтому я, наверное, не найду. Вы даже, Дима, не хотите подсказку давать? А я видел со спины, когда-то невидимым становился. Ай? Конечно, вы же пригвождатель берете. Я ж не нашел, вы будете пригвождатель брать. Рубин, я понял, что он взял. Он на втором этаже. Где бомба, мужики? Дайте подсказку хоть. В подвале нахуй. Пацаны, я нашел бомбу, вот она. Ну, взрывайся, бомба. Бомба, взрывайся. Эй. Есть. В смысле, она взорвалась? Еще раз взорвалась? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.